Ангелина. Виноград очень раннего срока созревания. Опыляется очень хорошо. Пыление равномерное. Ягоды округлой формы. Достаточно крупные. Сорт сильнорослый. Имеет красивую окраску ягод янтарного цвета. Грозди в среднем полкило. Выровненные. Сорт сильнорослый. Хорошо тянет нагрузку. Грозди все равномерные, от 500 грамм и до 800. Большинство гроздей имеют свободное крыло. Вот такой красавец. Вот в этой грозди будет, наверное, около килограмма. Помимо ультрараннего срока созревания, у Ангелины еще хорошая морозостойкость до минус 25 градусов. Вот такой формы и такого размера ягодки у сорта Ангелина. Ягода довольно-таки крупная. Мякоть мясисто-сочная, легкий мускат во вкусе. Кожица съедаемая, сама кожица с хрустом, похрумковая при еде. Очень даже это приятно добавляет какой-то изюминки при еде винограда. Сахар хороший, сахар накопление высокое. Ну и мускат ненавязчивый, очень легкий, еле заметный. Ангелина.